Всем здравствуйте! Обещала вам делать видеопортреты моих метельчатых гортензий. Начну с новинки в моем саду. Гортензия 22 года, Be Green. В переводе счастливая... Ой, в переводе зеленая пчела. Селекционеры действительно хотят удивить любителей гортензий. Ухищряются на какие-то там свои способы селекции. И посмотрите, какой шедевр получился. У меня из этой серии Be три гортензии. Be Green, Be Sweet и Be Happy. Be Happy пока не распустилась. Ну, вот я вас не познакомлю, а продолжу знакомить, как выглядит 13 августа вот эта прекрасная гортензия. Сразу она зацветает прям зелеными цветочками, слегка вытянутые, похожи на такие четырехконечные звездочки. Видите, вытянутые цветочки. И внутри маленький цветок. Соцветие очень туго набито, видно, что тугое. И внутри, под каждым вот этим вот фертильным цветочком, стерильные пахучие цветы. Вообще, эту серию Би заявляют, что она низкорослая, 60-80 сантиметров. Но знаете, она у меня первый год, поэтому сказать о высоте не могу. Вот именно Би Грин был довольно крепкий саженец. Обрезала ее на три почки, потому что тут было... Из европейских питомников шли зимой, наверное, были морозы, слегка тут были подмороженные стволики. Поэтому это не как бы формировка такая с опаской, мало ли что, да. Не вот нормальные зеленые, как мои бы были стволики, я видела, а немножко такая вот кора как-то отслаивалась. Ну, в общем, пока было на три почки формирование. В принципе, она держит свои... Такие довольно большие соцветия. Соцветия сантиметров 25. Получается такое широко пирамидальное. Вот сюда она также и в высоту. И такая вот широкая, очень туго набитая. Почему я ее подвязала к опоре, все соцветия? Видите, она очень туго набитая, когда был дождь. Просто напиталась водой. И я боялась, чтобы не сломались эти побеги. Потому что еще не настолько крепкое основание. В принципе, только первый год она у меня. Так... Сразу, когда зацвела, это было 5 вот таких салатовых шариков и такая же салатовая листва. Очень интересное было такое зрелище. Кто, я думаю, со мной на канале, вы это все видели. Ну, в принципе, вот. Но она была еще зеленее. Сейчас она уже как бы чуть-чуть приобретает тут салатовый. Вот на этом цветочке. И сейчас красиво розовеет. 13-го сегодня августа. Вот так она красиво розовеет. Я думаю, что да, селекционеры вот этой жемчужиной, конечно, удивят коллекционеров и любителей гортензий. Можно сравнить цвет. Рядышком Little Blossom. Она такая бело-розовая. А это, видите, красивый салатовый цвет. Ну, я думаю, все видели, многие влюбились в эту гортензию, все хотят. Я ее не черенковала пока, оставлю это на весну. Ну, это будет у меня уже как бы фаворит номер, ну, из-под номером один. Во-первых, то, что новинка. Камера полностью передает вот эту вот розовинку, красивую очень. Сейчас такое солнце, но немножко... приглушенное солнце, не яркое, и полностью передается картинка как есть. Вообще люблю тоже снимать на солнце, потому что передается полностью, вот смотрю, что в камеру смотрю, что на вот это соцветие, идентичное абсолютно все. Сразу я влюбилась вот из такого плана в гортензию пастель грин и граффити. Но у граффити пока еще нету такой розовинки, немножко появляется. Граффити у меня третий год. Она, конечно, на третий год меня тоже поразила величиной своей шапки. Ну, давайте пока о этой красавице. Пока растет в горшке. Я думаю, и будет пока расти в горшке. У меня места не столько много на участке. Вот.
отойду подальше, чтобы вы посмотрели на фоне зелени, как она выглядит. Вот на фоне там розы зеленой. Но мне нравится, когда вот они в сочетании с чем-то ярким. Вот такие. Вообще, вы видели, что мой дворик это яркое такое, яркий фейерверк. Вот, в принципе, я так люблю. Вышел за забор, там как-то серо-тускло, а пришел ко мне веселенькое, яркое. Все, вот так. Если я захочу простора какого-то глазу на даче, 40 соток, простор, простор и простор. У меня вот так. Ну, в общем, пока гортензии. Еще раз смотрите, приближаю. Запах, конечно, есть, потому что во все гортензии, которые имеют маленькие вот эти фертильные цветочки, имеют запах. Вот такая, значит, бигрин. Буду показывать, интересно, как она станет багрово-зеленой, вот какое изменение ее цвета. Ну и новинка из этой же серии. Этот саженец был поменьше. Вот я к нему приближаюсь. Это би-свит. Это сладкая пчела. Он был маленький, поэтому полностью величину я не могу вам как бы сказать, да, пока он маленький, сантиметров 10, сразу было это такое рыхлое соцветие, а потом вот эти вот большие фертильные цветочки стали как будто бы вылазить оттуда, да, и вот эти фертильные закрываются, прячутся за величиной вот этих цветов. Видите, красиво салатово-розово-сливочный оттенок. Когда это будет большое соцветие, это, конечно, будет красивое. Вообще красивое изменение цвета уже видно сейчас. Хотя это совершенная-совершенная малышка. Вот рядышком я поднесу вот это Petite Star. Видите, она беленькая, а это сливочная какая. Ну, пока малышка, сантиметров 25, тут о ней что-то сказать. Но, видите, очень красивое изменение цвета. Очень красивое. Салатовое, розовое. Ну, и розовая бубенка есть на некоторых. Вот. Be Sweet. Be Happy пока не цветет. Ну, и сейчас еще раз перейду к Be Green. Бигрин, я думаю, что и бисвит такое же впечатление произведет, да, вот такое вот сразу мы захотим это приобрести, но она пока малышка, а это уже показала свой рост, заявляют 60-80, что это низкорослая, но где-то она сантиметров 60 будет. Очень мне нравится сзади вот за ней розовая петуния пинк. Тайдал Пинк оттеняет ее вот этот розовость. Еще отойду подальше, чтобы можно было сравнить. Вот. В общем, красотка.